В Анапе состоялись публичные слушания по исполнению бюджета 2023 года. Заседание провела председатель профильного комитета Совета депутатов Наталья Сагонова. В обсуждении приняли участие зампредседателя Совета Игорь Филимонов, исполняющий обязанности председателя контрольно-счетной палаты Лариса Скробова, депутаты Совета, руководители управления мэрии, жители Анапы и сельских округов. Публичные слушания по исполнению бюджета проводятся по инициативе городского совета и в соответствии с бюджетным кодексом. Начальник финансового управления Игорь Белошистый сообщил, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, доходы, полученные за отчетный период, превысили прошлогодние показатели на 112,9% и составили 4 миллиарда 100 миллионов рублей. Этому в том числе способствовали подворовые обходы налогоплательщиков, работа с арендаторами земельных участков и легализация деятельности индивидуальных предпринимателей. Бюджет сохранил свою социальную направленность. Наибольшая доля расходов, 43,1%, по-прежнему пришлась на раздел образования. Безвозмездные поступления с бюджетов разных уровней составили 6 миллиардов 600 миллионов рублей. На реализацию переданных государственных полномочий направлено 2 миллиарда 600 миллионов рублей. В 2023 году Анапа приняла участие в 16 госпрограммах края, в 10 на условиях софинансирования. В рамках национальных проектов началось строительство напорного канализационного коллектора очищенных сточных вод, реконструированы театральная площадь, парк в Виноградном, построены ФАБ в Большом Разноколе и детский сад в Анапской, закуплено спортивно-технологическое оборудование. Меры, принятые в 2023 году, позволили не только сохранить социальную направленность бюджета, но и обеспечить исполнение всех расходных обязательств, не допустить образования кредиторской задолженности. В ближайшее время результаты и протокол публичных слушаний будут опубликованы на официальном сайте мэрии.